Всем hello guys, my name is Bacon, и сегодня мы будем играть в Super Hard Mode, но на телефоне и еще плюс в одиночку. Ладно, пошлите. Сейчас будут авторские права, так что я сейчас это поставлю на паузу видос. Ну так, ребят, все, я тут. Я не такой дебил, чтобы брать вот этот ключ, потому что он меня убьет. Стоп. Ням, это мое. Вот это вот по-нашему сразу же. О, спасибо. Иди ты нафиг, идиот. О, зажигалечка. Зажигалечка и плюс отмычки. Ребята, я уже проходил супер артмод 3 раза с первой попытки. На ПК. Ну, на телефоне нет. Иди ты нафиг. Угу. Угу. Глазики. Тут четвертое. Отмычки. Спасибо за отмычки. Спасибо за отмычки. Так. Опа. Опа, кам нам сдаило. Шадап. Шадап. Так, ну чё, идём. Так, ну, это вот бомба у меня есть. Значит, я со 100% вероятностью смогу взорвать фигуру. Ну, блин, из-за того, что экран маленький, то мне будет сложнее определять правильную дверь. Ай! Снайпнули в полете. Жиза. О, спасибо. Да, Тимати, отвали. Сейчас не... А чё я туплю? А чё я ищу ключ? У меня же есть отмыги. Вот это я тупой. Иди нафиг. Иди нафиг. Не буду с тобой спать. Понял. Ну вы издеваетесь. Ну вы издеваетесь. Я не буду возрождаться. Так. Попытка номер 2. Неудачный момент был. Спасибо. Обидно то, что не крест. Был бы прикол, если бы крест попался на любой комнате. О. Спасибо. Так, а здесь что есть? Нет. Ничего. Блин, я уже обосрался, то что Джефф появился. Где пирайте? Я банана обкакался. Так, ну, креста нет. Это понятно. С моей удачей, конечно же. Моей удачей точно не будет крест. Берись. О, ключик. Витаминки. Берись. Витаминки, супер. Мне настолько понравилось то, что мне попалась витаминка. Хорошо. Начал я это лутать. Нем? Да. И...
Свет. Ага. Он достал свечку сразу же. Замигал свет, супер. Темная комната, ну не это. Да. Вы издеваетесь, у меня еще нет. Спасибо. Вот. Отвали, ты мне не нужен. Ничего. Дайте мне. Заткнись. Дайте мне отмыги. Угу. Понял. Я тут сейчас полвека буду искать ключ. Ребят, я ключ нашел спустя неделю. Ребята, я случайно запись приостановил. Опять. Короче, ребят, я нашел отмычки, так что я пошел открывать отмычками дверь. Нем. Хотел сматериться. Понимаю. Глазики. Кстати, ребят, мне уже хватает на планшет. Спасибо, Раш. Спасибо, Раш, то, что сказал мне правильную комнату. А. Да, я буду. Я начну видео, когда уже Раш должен амбуш пройти. Так, ребят, амбуш уже пролетел. Спустя 1000 лет. Так, вот моя любимая комната, которую я обожаю. Чё? А, я уже подумал крест. О, вот это нам тоже. Спасибо. Ну что, идем. Джефф, ну только один попадись мне, ок. Ай. Блин. Ударился. Путаемся. Крест! Ну все, амбуш, тебе хана. Если амбуш попадется, то ему хана. О, чего за... Блин, я забыл уже про тебя. Блин, админ, обидно то, что на Джеффе его нельзя использовать. Чтобы я его использовал на Джеффи. За киллере. Так вот. Батарейка. О, глазики Сика. Здорово, Сиктырыч. Наконец-то дошел. Понятно.
Я знаю, на ком использовать крест. На щик. На щике. На щике использовать крест. Так, это уже последняя комната. Нет. Это точно последняя. Вообще, это точно последняя. Да. Достаем крестик. И идем спокойно. Такие главные мы. Ну. Так, на машинке за нами гонится Сик. Понимаю. Богат ты стал. Понимаю тебя, Сик, ты стал богатым и купил себе тачку. Чё, зырчи, зырчи, зырчи. Блин, я это и не думал, то, что мне крест попадется. Чё, без витаминок, что ли, пройду? Да. Да, без витаминок прошу. Сороковая дверь. 41-я. 43-я. Отомстил. Так, ребят, я возражусь. Вы издеваетесь? Как? О. Блин, я уже испугался. Я уже подумал, что опять амбуш летит. Где тут батарейка была? Вот. Так, подобрали батарейку. Блин. Да, пусть вот. Да кто? Ты кто вообще такой, а? Я тебя не звал. Где? Где в жопу? Кстати, я классный, я это придумал. Я тебя засуну в жопу. Так, Джеффа нет. Замечательно. Да. Но зато Тимати есть. Джеффа нет, но зато... Но зато Тимати есть. Чё? Помогите! 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 Я застрял! Я застрял. Я продолжу ролик, пока... Когда вылезу. Ой, я тупой, я случайно... А. Она не взорвалась даже. Тупой банан, я тебя ненавижу! Ребят, сейчас попытаемся выбраться.
Не, ну бог вообще суперский. Я теперь ненавижу бананы. Я просто ролик хочу записать о ПП. Почему это так? You like a soul, да? Ребят, пишите в Ребят, пишите в комментариях, что... Ура! Я выбрался! Я хотел сказать... Ребят, пишите в комментариях ЛСПлэш, чтобы он исправил этот баг. А то я тут был... А то я тут полгода вылезал отсюда. Музыка офигенная. Так тебе фигура и надо. Так, квадрат у нас означает, значит, 9. Квадрат в 3D означает 5. 5. Так. Кружок у нас сколько означает? 5. Так, и крест у нас сколько означает? Ищем крест. Так, я ищу крест, не мешайте. Блин. Крест. Ребята, я наконец-таки спустя 1000 лет нашел крест долбанный. Идем ввести последнюю цифру. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Открывай. Ну все. Я как... Так не пугать. Так, покупаем вот это. Покупаем райский ключ. Раз фигура взорван. Да. Раз фигура взорвана, тогда можно спрятаться в шкафы. Куда угодно. Можно бесконечно в шкафах сидеть. Сейчас был прикол, амбуш. Блин, а 7 комнат уже нету, Рашу. Странно как-то. Да блин. Я хотел вам сказать. Мигал свет, залезай в шкаф. Я могу не покупать. Всего 11 комнат нет. Это как работает? А что я такой вот? Рычаг найден. Только она к нему еще нужно подойти и врубить его. Блин, а как-то странно то, что 11 комнат нет, Раша. Как-то странно очень. Ура!
Неужели? Неужели разрешено? Раз, спасибо тебе огромное. Теперь мне опять умирать. Понимаю. Ну все, можно считать то, что я рип. Угу, неправильная комната. Почему что-то будет правильно? В принципе, нормально. 63-й комнаты со второй попытки, еще и супер хардмод, еще и с телефона. Нормально. Ладно, ребят, всем пока.